az ünit lan vay. Aaa, Lenuța. Gustav, zi-mi pune de la tine. Să vă pup. Da, eu votat atâția ani și văd că nu a făcut nimic, nici pensii, nici salarii, nici locuri de muncă și iarăși ei lor nu le rușine să duc și iarăși este lume care susține. Și iarăși lumea susține, eu înțeleg lumea asta la ce se gândește. Режим, он начал использовать еще один метод для фальсификации выборов, это опросы общественного мнения. То есть уже стали публиковаться первые заказные и фальшивые опросы. Их цель заключается в том, чтобы приучить людей, избирателей, к каким-то цифрам рейтингов участников выборов, под которые эти цифры и будут подгоняться результаты выборов с помощью фальсификации. То есть для этого используют таких горе-социологов, которые на самом деле не проводят никаких опросов, а рисуют эти цифры вообще там у себя дома. То есть в Молдове социологические службы, они скомпрометированы точно так же, как скомпрометированы политические партии и все другие политические организации. Осталось, может быть, три более или менее авторитетных социологических служб, которым можно более или менее верить. Это барометр общественного мнения, и это опросы, которые проводят американские институты, NDI и IRI. Насколько я знаю, они сейчас тоже начали проводить опросы. Давайте дождемся этих опросов и посмотрим на реальные рейтинги. Сейчас повторяется ситуация с партией «Патрия» 2014 года, когда сначала у партии Рената Усатова были невысокие, в общем-то, рейтинги 5-7%, но в последний месяц начался лавинообразный рост рейтинга Усатова, и когда уже стало ясно, что он переходит за 20%, властям не оставалось ничего другого, как просто сорвать тупо стоп-кран и с помощью полиции, ЦИК и судов выкинуть партию «Патрия» из выборов. Я не исключаю, что такая же ситуация повторится и с кандидатом нашей партии на президентских выборах. Но все равно это нас не пугает, мы идем вперед, и нашим лучшим ответом на все вот эти попытки сфальсифицировать выборы будет убедительная победа.